Здравствуйте, подписчики моего канала. Привет всем, кто смотрит это видео. Это мой телевизор, который висит вот так вот. Вот окно у меня, да, и половину окна занимает, и как-то там сделано крепление. Висит этот телевизор уже 3 года. А как я сделал крепление, сейчас я вам покажу. Как видите, у меня занавеска уходит полностью под телевизор. Вот вверху точно так же. И до самой стены. Вот сзади за телевизором это выглядит вот так. Крепление самодельное. Я не стал покупать в магазине. Во-первых, стоит оно, ну, как бы дороговато. А во-вторых, проще сделать вот такую конструкцию. И это более как-то эстетичнее выглядит. Нету этих всех железяк, которые там разворачиваются. Значит, к стенке крепится на 4 саморезах, с 4 дюбелях. Сделана вот такая вот платформа. Потом дальше приварена через вот такой вот уголок само крепление под телевизор. Все сделано из профильной трубы. В трубе вот такие тоже крепления под телевизор. Как видите, тут это крепление вплотную к телевизору. Здесь там сантиметров 5 уходит от телевизора. Это для того, чтобы получился чуть-чуть от телевизора наклон. Стоит у меня телек мертво. Не шатается, никуда не упадет. Ну, вот сделал я такую вот крепление и вполне доволен. И вот делюсь с вами. Вот так вот снизу оно выглядит. Вот это значит у меня труба от батареи, от отопления. Минуя эту трубу, получилось вот таким вот образом. Как-то кто-то ко мне пришел и спрашивает, как же это у тебя телевизор держится. Вот занавеска у меня уходит прямо до самого, до самой стены. Вот здесь до самой стены и внизу точно так же к стенке. Вот и телевизор стоит. И никаких лишних железяк, ничего не торчит с него. Ну, только одно, вот здесь вот маленькие, видно, вот профильная эта труба, кусочки. Держится все крепко, можно, значит, я сделал это из профильной трубы, 2 сантиметра на 3. Можно делать даже потоньше трубу. Стоит, ну, главное, конечно, если руки с правильного места растут и умеете сварочный аппарат держать в руке. Делается все буквально за какой-то часик, там, с покраской, со всеми делами. А стоит оно, ну, в раз 10 дешевле, чем магазинная подставка. И тем более вы можете сделать себе любые, ну, любое крепление на ваш вкус, там, под любым уклоном. Ну, в общем, я решил, что я сделаю вот такое себе. Сделал и вполне доволен. Делюсь с вами этим. Если у вас есть какие-то вопросы, можете написать, постараюсь ответить. Если кому понравилось, пишите какие-то отзывы. Ну и делитесь своими вариантами, кто как закрепил телевизор. Все, на сегодня всем спасибо за просмотр. До новых встреч!